Друзья, прогуливаемся по набережной. Сейчас мы находимся в Толстый мыс. Вот уже скоро темнеть будет. Видите, солнышко заходит. А, Светлана, сколько сейчас время-то у нас? Не смотрела? Можно за денежку посмотреть. Без 10:08 сейчас. Мы здесь, кстати, купались. Смотрите моих предыдущих видео. Плейлист Геленджик. Мамулька, я здесь! Вон сам пляж. Сейчас идем к центру. Наш пансионат «Приветливый берег» находится вон там. Видите, вот, сейчас я вам приближу. Вот наш пансионат «Приветливый берег», он где-то по центру находится. А Тонкий мыс находится вон там. Так что, если кому интересно посмотреть Тонкий мыс, смотрите мой плейлист «Геленджик». Там много видео уже я выложил разных. И на экскурсии мы были, и самостоятельно много где походили уже. Я полный обзор отеля сделал. Пансионат «Приветливый берег». Вот так возьми. 2,3. Ну хорошо. Там уже дальше не очень видно. Вон там, смотри, где Геленджик. Сколько желающих спортом позаниматься? Пляж Дол Нива называется. Thank you.
Станешь мне сниться, скоро уже, а потом новой мечтой загорится остывший наш дом. Что от любви любви не ищут, ты с годами поймешь. Ну а сейчас ты не слышишь, тебя не вернешь. Посмотрим. Вип-лежаки, Светланка, гляди. Чем-то похоже, когда в Мексике с тобой были, помнишь? Такая большая кровать, и все включено. А вот, смотри, Свет, запоминай, видишь? Пляж Сады Морей. Ну, чтобы ориентироваться. А я не знаю, что тут есть. Сады Морей, помнишь? Сады Морей, вот недавно тут говорили. Ты говоришь на меня. Пляж Багамы. Здесь песчаный пляж начинается. Thank you.
песчаному пляжу гуляем сейчас. Вот песчаные пляжи, друзья. Тут спрашивали, есть ли в Геленджике песчаные пляжи. Пожалуйста, вот они. Песчаные пляжи. Тачка раритетная. Это все песчаные пляжи. Алексей, жизнь на море. Всем привет, добрый вечер. Сейчас, секундочку. Кстати, у меня такой же телефон. Это не Samsung 10 Plus, нет, случайно? Да. У меня такой же, кстати. Добрый вечер. Is anybody know what we are in?
Моя вечерняя прогулка по Геленджику. Лайки, комментарии приветствуются. Подписывайтесь на канал. Когда подпишетесь, нажимайте колокольчик и выбирайте все уведомления. Тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видео и прямые трансляции, где сможете задавать нам вопросы онлайн. А в следующей серии мы с вами отправимся в аквапарк. Это самый большой аквапарк, даже, по-моему, в России. Золотая бухта называется. Кому интересно, заходите на следующую серию. Всем до новых встреч!